Сегодня 9 июня. Зацвела актинидия сорта самоплодная, или еще называют ее актинидия Исая. Первый куст — это актинидия Исая. Второй — это мужчина. Мужчина отцвел 3 дня назад, сбросил цветы. Цветы мужского растения на 8 июня имеют вот такой вид. Они уже отцвели. Чем будет запыляться самоплодная наша актинидия Исая, я не знаю. Будем смотреть, докажет она самоплодность или нет, и в какой мере. Потому что с мужского растения пыльцу уже взять нет возможности. И цветов на мужчине нет уже. А на актинидии Исаи, вот видите, есть цветочки. Говорят, что она самоплодная. Посмотрим, насколько это вероятно. Осталось всего-навсего дождаться осени и посмотреть, сможет она принести плоды или не сможет. Потому что мужчина уже отцвел. Вот ее цветы поближе. Сначала я думал, что это растет тоже мужское растение. Почему я так подумал? Потому что, видите, у этого цветочка актинидии Исаи самоплодной на одной плодоножке 3 цветочка. Один распустился, 2 еще нет. Вот эти 2 не распустились, 1 распустился. Я думал, что это мужское растение. Но когда он распустился, видите, в середине есть пестик из зародышем, что говорит о том, что это женское растение. Будем ждать плодов. Опылитель летает, только что видели. Вот видите, рыльце. Вот зародыш будущего плода. И тычинки.